Дитячий оздоровленчий лагерь отпочинку круглосуточно под контролем. Например, у оздоровленчем лагере «Родник» за безопекой детей сочит супрацовник отряда милиции особливого призначения Дмитрий Волошан. Некоторые хлопчики, которые отпочивали тут на первой смене, навод брали у его уроки по самообороне. У милиционера отряда милиции особливого призначения Дмитрия Волошана працовный день ненормованный. Обход территории дитячего лагеря по 12 разов у день. Его задача не допустить никаких супрасправных деяний. Минимальная разминка. Тем самым вы будете предотвращать травмы, которая недавно случилась с одной из ваших девочек, которая подвернула ножку, но там, благо, все хорошо случилось. Да? Какая девочка? По-моему, с тобой всегда. Безпека на дороге, на водоемах и не только. Дети слушают уважливо. Слушают очень внимательно, потому что как бы сотрудника видят. Многие видят первый раз, многие не видели контакта, прямого не было. И они как бы видели издалека, но не было возможности пообщаться. Ну, и напрямую они задают вопросы, то есть у них есть возможность, им каждому интересно. Много кто из них мечтает пойти в органы внутренних дел работать в дальнейшем. Дмитрий Волошан и на дискотеках присутничает, и на массовых мероприятиях. Кажа, многие хлопцы просили научить приемам самообороны. Администрация подтримала. Так и появилась у лагеря новая секция. Быстро это делаешь. Ушел, выпил, обозначил и на излом. Попробовали между собой, разобрались по парам. Здесь желание у каждого есть заниматься. И они их в среди ночи подними, они будут заниматься. То есть им очень нравится. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, новина региона.